овощей. Ты уверен, что мы правильно идем к твоим соседям? Как-то тут все грязно, как будто была подготовка к фестивалю. Да тут она где-то тут. Сейчас вон, приспросимся. Голуба, бабьюку не видела? Ну, во-первых, не баба, а женщина, хоть и пожилая. Во-вторых, видела, мама к родственникам в Корею уехала, а меня оставила за домом присмотреть. Так ты, стала быть, дочь бабы женщины-яги, правильно? Ты загадывай. Пришел-то зачем? Слушай, голубушка, девица, как тебе там? Дело у нас по метам с Василием отшибло, потому что... Колдунство на нас наложили, ой, ужасное колдунство. Слышала я ваше колдунство, всю ночь кастовали, пустой было. Ну и хорошо, меньше на объяснение потребуется. Поможешь вспомнить все или нет? Ладно, помогу, но с одним условием, чтоб больше так не барабозили. Хорошо, точно не будем больше так делать. Вот, выпейте. Но это же кола. Не простая, а фестивальная. Стой, не пей. Ты что, козлёточком стал? Ой, тут может быть похлеще. Я знаю такую фестивальную колу, я слышал о ней. Там обычно даже колы нет. Да и ладно, господи, я же бессмертный. Да она даже бессмертных еще прошибала. Спасибо, спасибо, друг, спас меня, спас от смертушки лютой. А ты, проклятая, что такое? Убить вас захотела? Да захотела? Всего два человека, а столько шума. Еще и за помощью ко мне пришли. Ну-ка идите отсюда.